Как только что стало известно, Тверская область улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Таковы результаты исследований, которые провели специалисты крупнейшего российского кредитного рейтингового агентства «Эксперт.РА». Верхневолжье перешло из группы умеренного уровня инвестиционной привлекательности в средний уровень. Следующий шаг – группа лидеров. В прошлом году, вопреки санкционному давлению, у нас реализовано инвестиционных проектов в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в 4 раза и составил порядка 28 миллиардов рублей. При этом создано 1580 рабочих мест. Сейчас в регионе в работе находится свыше 80 инвестпроектов с заявленными вложениями порядка 200 миллиардов. Это обеспечит занятость 24 тысячам человек.